Thank you.
только
сувенир на память разного цвета булыжники. Поехали.
плотная облачность. Еще есть.
ночи 20.09.23. Ну, сейчас хлебнем этот километр. Камчадалы, кто так принято называть. Вот на Колыме не знаю. Невероятно красивый край, как и Якутия, например. Но здесь я вроде бы останавливался, фотографировался. Да, фотографировал я это место. Thank you.
сухой почвы, под ним щебенка, скальный грунт. И справа дорога узкоколейка. Но судя по тому, что рельсы блестят, она используется. Похоже, облака рассеиваются.